тревожная кнопка, и даже охранник ее нажал. Потом долго раздавал интервью журналистам о том, как на него оставили оружие. Свои действия, правда, при этом предпочел не комментировать. Его задержали и допрашивают. Они открывали дверь под автомат. Теперь давайте начнем с таких крупных, важнейших событий, которые, ну, потрясают устои. Давай. Таких было немало, но начнем, вычленим как бы важнейшие. Во-первых, это два теракта таких жестких и жутких, как прямо скажем. Это Керчь, расстрел студентов политехникума, да? И Питтсбург – это расстрел прихожан синагоги. И в том и другом случае официальная версия гласит, это одиночка, фанатик, там, экстремист и так далее, и так далее. Ну, аналитическое сообщество тут разделилось, как бы те пропагандисты поддерживают официальную точку зрения. Более такие уважаемые аналитики, конечно, заметили нестыковки и в Керченском. Не будем сейчас углубляться, но в теракте, который произошел в Питтсбурге, там много, если такой теракт в России, он еще как бы привычно воспринимается. Ну да, пришли, расстреляли, там убийца, одиночка, одержимый, там это как бы вот американская, там эпидемия из Америки, насилие, школьники. Это все вот эти вот легенды прикрытия, уже набившие оскомину. Хотя в контраргумент сразу, что вот такого, вот единственная страна, где такого не бывает, это Израиль. Никаких эпидемий насилия в школах не бывает, а во всех остальных странах бывает. То есть это так. Значит, то погром в синагоге, ну, это хорошо охраняемый объект, охраняемый специалистами высочайшего класса. И вот туда пройти с сумками, с гранатами и с автоматами, это просто нереально. То есть надо понимать, что это сразу вызвало подозрение, вот это разгуливал по синагоге. Еще по школе можно понять, там школа неподготовленная, дети там бегают в панике. Но в синагоге охрана, хорошо тренированные бойцы, чаще всего израильские, бывшие спецслужб, то там просто так не разгуляешься. И, конечно, этот Роберт Бауэрс, на суде, как только его вывели на суд, он сказал, что он вообще не виновен, что это не он. Поэтому тут я скорее склонен воспринимать этот теракт. Существует такая, как бы, расхожее такое. С ним можно спорить, ну, все официальные будут спорить, аналитики, которые прикормлены в официальных вот этих вот кланах. Теракты на территории любой страны не проводятся, то есть тут жесткий существует в мире порядок, без соучастия какой-то спецслужбы этой же страны. То есть так все в мире устроено, что нельзя гулять, поехать в США, там, допустим, какая-то там корейская разведка устроит там теракт. Так быть не может. Это все дело хорошо регламентировано, там участвуют наднациональные структуры, местные разведки, спецслужбы, теракты проводятся не с целью там погромить, поубивать. Теракты проводятся с целью передать элитам какие-то послания. Вот таким путем убийство мирного населения. Подождите, вот я не совсем понял. В терактах никогда не гибнут богатые люди. Вы обратили на это внимание? В терактах. В терактах всегда убивается простонародье, которого не жалко. То есть теракт – это послание каких-то кланов, наднациональных или национальных, руководству этой страны чаще всего, где проходит теракт. Это как СМС, которую зашифрованная просто, ее надо понимать. Так спецслужбы какие? Вот давайте вот, я просто логики вообще не понимаю в теракте в Керчи. Если вы говорите, что это было организовано спецслужбами для того, чтобы какое послание? Я вас прерву. Да. Логику вообще мы понять этого не можем, потому что вы же не знаете сверхзадания, сверхзадачи этих кланов, которые это мог быть, знаете, место символичное выбрано Керчь. Крым, Керченский мост, Путин, да, это, возможно, послание Путину. Какое-то. Но это не ФСБшники передают послание. Спецслужбы какие? Западные? Какие? Ну вот в Америке 70 спецслужб, например. В России тоже там десяток. Каждое ведомство имеет сейчас свою силовую структуру. ЧВК разные. Вот
Каждый клан свою разведку имеет. Вот это вот кланы эти, они же практически уже не контролируются. То есть, кто там это все организовал? И это, с этим можно не соглашаться. Да, тут найдутся сколько там, крик будет стоять, конспирология. Но факт остается фактом. Теракты типа Нортвудс, это и есть вот основная форма террористической деятельности. Я вам повторяю, если теракты происходят в Израиле, значит, это под контролем израильских спецслужб, которые ведут вот этих террористов и которые взбадривают таким образом собственное население, чтобы не теряло бдительность. Если теракт в Америке, значит, это американские спецслужбы. Не обязательно американец там идет и подбрасывает. То есть они каналом по каналам заводят этих вот террористов, этих бородачей, которые думают, вот, что они, да, они борются с сатаной. На самом деле их провели. Точно как и наркотрафик весь в мире под контролем ДЭА, вот, службы по борьбе там, с оборотом табака, оружия и наркотик. Не, ну подожди, то, что, допустим, наркотрафик контролируется спецслужбами, в основной части я не... Так а терроризм это наркотик спецслужб. Какая у них еще... Просто, а какой смысл ФСБшникам вот это устраивать теракт в Керчи? Ну, или способствовать этому теракту. Я не хочу сказать, что ФСБ в этом. А вдруг, может, это ЧВК Вагнера участвовало? Может, они вообще не участвовали, они просто информированы и все. Но для того, чтобы совершить теракт в России, да, не может быть не поставлена какая-то группировка, клан какой-то, российский, правящий клан. То есть это могут быть либералы, поставлены в известность, это может быть правящий клан президентский, газпромовский, Роснефти клан, но так, чтобы зашли там и гуляли, как хотели, так не бывает. Вот посмотрите, Украина, да? Казалось бы, ну страна вообще никем не управляется. Согласитесь, у нас не то, что спецслужбы, у нас даже полицию всю развалили, у нас вообще некому с этим делом бороться. У нас ни одного теракта не случилось на Украине. Хотя, казалось бы, ну вот иди гуляй, тут же вообще некому с этим бороться. Просто никто, никому-то даже в голову не придет. Это вот так все хорошо регламентировано. Если кто-то где-то тут и собирался, то его уже давно похоронили, прикопали или убили. То есть сразу это было. Порядок установлен был жесткий. Но давайте мы сейчас это все, это любой может этим позаниматься, прогуглить, кто захочет. Соглашаться, не соглашаться, дело тут в другом. Погром в синагоге, убийство, это указание спецслужбам и указание осведомленным людям всего мира, кто принимает решение, что отныне еврейские объекты тоже законная добыча, ну, в раскладах. То есть там тоже можно организовывать теракты, если есть какая-то там задача донести кому-то что-то. То есть не только вот эти вот простонародье совсем уже такое, но и еврейское тоже попадает под зачистку. Я уже... Сколько я помню, я мониторил новости, я никогда не видел, чтобы какую-то синагогу расстреляли. Вообще, в синагогу зашли, кто-то убили. Только единственное, что вот это Палестина и Израиль... Свиные головы там бросают. Не, ну это там, как это, проявление антисемитизма так называемого, это одно дело. А вот так, чтобы жестко кого-то пришли и расстреляли... Я вам повторяю, значит, это указивка. Теперь это событие покатят чередой. То есть теперь это разрешено. То есть разрешено. Для чего это разрешено? Опять же, вернемся... Открыли окно Овертона. Да, открывается окно Овертона, вы все правильно понимаете, потому что вы же причастный человек к аналитике, да? Значит, смотрите, я... Я вот вынужден, вот, снимаю и внимаю... Десятый или тысячный раз повторяю, что одним из условий нового мирового порядка или грани это... ликвидация до того, как его установят, ликвидация иудейского проекта. То есть это, в чем он заключается? Значит, смотрите, иудейский проект – это гешефт, крупнейший гешефт, который длится там пару столетий уже. Ну, там, если старую хронологию отбросить, она уже там, то это крупнейший гешефт современности, ну, вот последней новой и новейшей истории – это судный процент. Это еврейский как бы проект, имеет легенду прикрытия свою мистическую, это библейскую вот эту историю, которая там выгнания, исход, рассеяние там вот это вот и возвращение, так сказать, вот в этот самый. Землю обетованную? Да, значит, идея какая? Мистическое направление иудаизма надо дискредитировать и государство... Это воплощение светское, его надо
ликвидировать, демонтировать, а все, что было, стереть с народной памяти. Ну, то есть сказать, что придумать новую легенду, придумать объяснение. Значит, смотрите, Киссинджер в 12-м году заявил, это же Генри Киссинджер, ну, кто будет спорить, человек знающий, авторитетный, он не будет так себе просто ляпать языком. Да, он сказал, через 10 лет... Тем более он сам еврей. Еврей, сын Завета, как это, Бнайбрид, да, заявил, через 10 лет Израиля не будет. Шейх Ясин, мистик, пророк и так далее, популярный там в мусульманстве, убитый израильскими спецслужбами, сказал, что в 25-м году окончательно не станет Израиля. Ну, были ему видения, но, скорее всего, это не видение, а, скорее всего, информацию. Точно знаю, он посвященный в дела, планы мировой элиты. Значит,